Запрыгивай, Гордон. Ну, погнали. Я так и знала, что прямых коротких дорог не бывает. Видимо, придется искать объезд. Интересно, как давно этот лагерь пустует? В одном из этих зданий должен быть передатчик. Я постою на страже, а ты посмотри, что внутри. Охотники, они снаружи. Он на крыше. Он же у двери. Сейчас они получат по заслугам. Больше они не достанут. Ну уж нет. Я готова к встрече. Разведотряд. Интересно, к чему мы подвели ток? Надеюсь, что к передатчику. Ну что? Сейчас. Сигнал слабоват. Ничего, была не была. Белая роща, ответьте! Белая роща, вы меня слышите? Белая роща! Говорит Белая роща! Назовите себя! Это говорит Алекс!
Алекс Свенс, где вы? Вы уже несколько часов как должны быть здесь. Нас задержали некоторые обстоятельства. Ты осознаешь всю серьезность положения? От данных, которые у тебя в руках, зависит жизнь на Земле. Я знаю, но послушайте, к вам движутся комбайны. Понял, что? Вы движетесь к нам? Да, давно правы. Нет, не мы. Как ты сказала? Комбайны. Ты будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Не уверена, расслышал он или нет. Вернемся к машине. Давай я открою ворота. Подожди меня! Поехали! Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Убивать, пока они не вылупились. Хм. Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Гордон? Перекроем ему кислород? Прости, но так надо. Хм. Попробую открыть. Вот так. Теперь все в твоих руках. Боже мой! Гордон, слава богу, ты жив. Ему было больно, ты видел? Страшно представить, что бы оно сделало, если бы... Всем автономным отрядам зафиксировано нарушение приказа о всестороннем содействии советникам. Солдаты! Уровень угрозы максимальный. Найти и ликвидировать. Помоги!
Поехали! Сюда эту вертушку. Может, вы поможете от нее избавиться? С удовольствием. Сбейте его! Здесь небезопасно. Я нашла запас медикаментов.